Привет всем, народ! Сегодня последний день на Бали. Расскажу вам немного про отель, о культуре, о местных жителях, о традициях. Итак, отель наш расположен на скале. Здесь у нас два бассейна, один ниже, один выше. Вот, видите, протекает. Там ресторан. Номера расположены, видите, ступеньками. И отовсюду крутой вид на Индийский океан. Сейчас я одет в футболку, вот, в которой первый раз выехал за границу. Это был Египет, конец 16-го года. Путевка стоила тогда до 300 баксов. Для меня это тогда было очень-очень дорого. Помню, дайвинг тогда стоил 20 баксов. Я не мог себе его позволить, потому что взял только с собой в Египет 10 баксов на 9 дней. И сейчас я в этой футболке. На Бали. С Египта я записал еще тогда 3 влога. Эти все влоги есть на моем канале для влогов. Кому интересно, посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. Теперь давайте я вам расскажу о местных традициях, о людях. Итак, по поводу обслуживания. Отель называется Анантара. Обслуживание здесь очень-очень крутое. Люди все приветливые, добрые. По поводу зарплат. Официанты здесь зарабатывают по 200-300 долларов, гид зарабатывает 400 долларов, а в провинции зарплаты 100-150 долларов, поэтому люди едут на курорты, едут в столицу, чтобы больше зарабатывать, и очень ценится здесь официальная работа. Что еще есть интересного, у них 3 дня рождения в году, один по нашему календарю и 2 по местному, один год у нас, как у них, 2 года. Также вечером и утром они задобряют добрых и злых духов, делают корзинки с банановых листьев, такие квадратные. Туда кладут цветы, всякие подношения, зажигают ароматические свечи и молятся добрым духом, чтобы сопутствовала удача, чтобы был хороший день, а злым духом, чтобы те их не трогали. Также они верят в семейную реинкарнацию. Здесь людей кремируют на похоронах. Все радуются, все смеются и провожают человека в другой мир. Еще я для вас снял парочку интересных кадров. Погнали! Итак, сейчас я нахожусь у храма на воде. Будем кормить рыб. Нереально схватить, очень скользкие рыбы. Также хотел вам показать летучую мышь. Смотрите, какие они огромные. Народ, я еще таких не видел. Ну, в длину она, наверное, сантиметров 40. Бой? Boy and girl. Boy and girl. Парочка, да? Так, что тут еще интересного? Смотрите, у них есть вот такие вот вышки. Чем больше ступеней, тем больше богов. То есть в этих башнях люди поклоняются богам. Здесь 11, здесь 9, 7, 5, 3 и 2. Нам сюда заходить нельзя, вход только для местных. Еще у них везде на входе вот такие вот врата. Это как бы приветствие. Это правая ладонь, левая ладонь. И видите, 2 охранника. У них так заведено, что добрые духи должны быть страшными, чтобы добрых духов боялись злые духи. Бери, бери, бери. Я не понял, ты чё? Бери, кушай. Не хочешь? Вот прям труп кушает. А, так. Итак, приехали мы на сафари. Здесь у нас морковка, чтобы кормить животных, чтобы животные кушали. И джип с клеткой, чтобы животные не кушали нас. Привет, морковку будешь? Итак, угадайте, на ком я сейчас катаюсь. Я катаюсь на слоне. Ее зовут Мона. Ходит рывками, покачивается. Короче, крутые ощущения. Здесь у них все слоны девочки. Мальчики отдыхают.
а девочки работают. А после сафари мы пришли в ресторан со львами. Ну как со львами? Львы за стеклом. На этом все, народ. Переходим к делам поважнее. Итак, торговля. В этом видео вы усвоите для себя очень-очень-очень важный урок. Обязательно досмотрите его до конца. Что происходит? Смотрите, график касается уровня поддержки. Я заключаю сделку на повышение. Внимание, ни в коем случае так не нужно делать. Почему? Потому что вам нужно дождаться разворота. В этом и заключается урок. Смотрите, график опускается. И вам нужно просто ожидать. Вот, происходит разворот, и я заключаю сделки на повышение. Маленький откат. И опять заключаю сделки на повышение. Вот, сейчас произойдет разворот. Как я это знаю? Потому что после резкого падения график притормозил. Это очень важно. Народ, в этом видео я рассмотрю разные ситуации. Есть фейковые развороты, есть обычные. Вот здесь обычный разворот. Вот, я ускоряю видео, и все идет как нам нужно. Как вы видите, народ, я прилетел уже с Бали. Привезли мне наконец-то мой рабочий стол, мое кресло. И сейчас я займусь усиленным заработком денег. Я, в принципе, и так ним занимаюсь. Так, все шикарно, сделки закрываются в плюс. Переходим к следующей ситуации. Здесь у нас консолидация, боковое движение, шикарный уровень поддержки, сопротивление, скальпинг идет, но видео не об этом. Здесь для начала нам нужно дождаться, когда график коснется уровня поддержки, потом, когда произойдет разворот, и только тогда нам нужно заключить сделку на повышение. Итак, ждем, касается, мы ждем, происходит разворот, и я заключаю сделку на повышение. Здесь уровни поддержки и сопротивления нам в этом помогают. И здесь у нас простой разворот. Вот смотрите, как торгую я. Все идет отлично, ускоряю видео. Сделка закрывается в плюс. Народ, не относитесь к этому видео как к торговле только на бинарных опционах. Это основы, народ. Они работают везде, на криптовалюте, на золоте. Так, что я сделаю здесь? Здесь я тестирую уровень поддержки на безрисковых сделках. Но кто внимательный, тот заметил, что здесь у нас фигура треугольник. Чем ближе график к уровню поддержки, тем выше вероятность, что произойдет пробой уровня поддержки. Так и происходит. Но я ничего не потерял, я заключал безрисковые сделки. Так, график остановился, я заключаю на повышение. Пробую на 2000, видите, фейковый разворот, график продолжает идти вниз. Нам нужно дождаться разворота, не спешим, ничего страшного. Вот, я отменяю позиции. Нам нужно дождаться, когда график притормозит. Так, я подготавливаюсь, выставляю уже 20000. Вот, график уже притормозил, вот, это, народ, отличная ситуация. Видите, я жду, не спешу. Вот, заключаю сделку на повышение. Когда график притормозил, начинает уже колеблется, вот тогда-то и нужно уже заключать сделки на повышение. Смотрите, народ, как торгую я. Вот, теперь я заключаю сделки на повышение, здесь все отлично. Народ, вы это все поймете с опытом. Чем больше вы будете торговать, тем проще для вас будет разглядеть правильный разворот. Вот и все. Здесь все шикарно, сделки закрываются в плюс. Итак, смотрим. Показываю я свои сделки, что они были в одну сессию. Вы видите валютную пару, вы видите время, дата. Проверяйте эти сделки у себя. Ставьте часовой пояс плюс 2 и проверяйте эти сделки у себя. Вот такая вот, народ, ситуация. Я знаю, народ, что вы ждете видео, которое вас так очень-очень волнует. Вернее, не видео, вы ждете ответ на вопрос, проект ли я AlimTrade. И я для вас подготовлю видео, в котором все четко по полочкам я вам раскладу, что я не проект AlimTrade.
потому что с этим вопросом меня уже просто все достали. Итак, сейчас, народ, подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайки, обязательно подпишитесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Также я вас хочу пригласить в мою бесплатную закрытую группу по заработку, где я даю сигналы и торгую вместе с вами. Первая ссылка в описании. Огромное, народ, спасибо всем за просмотр, за поддержку. Пока!